Что, проснулись? Да. Доброе утро, ребята. Доброе утро, ребята. Всем привет. У нас 6:30 утра. И мы опять в путешествии. Нам не сидится на месте. Мы, в общем, сегодня едем, ребята, в очень крутую экскурсию. На озеро Чеолан. Поездка называется Каосок. Каосок, по-моему, это река так называется. Точно еще ничего не знаем об этой экскурсии. В общем, сегодня будем все смотреть и вам рассказывать, как это все называется и что это такое. С собой коптер взял, возможно, даже получится поснимать. Сколько за стоит? За нами уже приехал трансфер. Экскурсия стоит 4600 на взрослого и 3300 бат детский. Общая стоимость? Общая стоимость у нас вышла 15800 бат. Все, ребят, поехали. Ребят, у нас первая остановка, с нами русскоговорящий гид. Все очень хорошо рассказывает. Мы сейчас находимся в храме, который построен в 2003 году. Вот этот монах полечил короля, который попал в аварию. И после того, как монах умер, в честь его был построен этот храм. Каждая статуя соответствует определенному дню недели. Это воскресенье, это понедельник, вторник, это две среды, четверг, пятница, суббота. Нечистый у меня до сих пор. Сейчас поднимаемся к черному монаху. Мы сейчас находимся, ребята, в музее восковых фигур. Он тут прям хорошо очень выглядит. Он даже обернулся, когда мы отвернулись. Оля, как тебе? Ужас. Она прямо все время держала меня вот так за руку и сжимала мою руку. Я еще как сказал, что они сейчас начнут шевелиться и сказать, здесь снимать нельзя. Полюша, даю 20-ку, если ты пройдешься одна по музею. Окей, пойдет. Пойдешь? Давай, иди. Я надеюсь, что даст 20-ку. Ребята, тут вот такие вот головастики. Ух, капец, а. Я уже боюсь, пока меня они не видят, типа, прошлась. Тихо, ребята. Я гильду. Вот мой будочка. А мой вот этот. Только вот. Он был золотой. Это Никин. Вот, ребята, смотрите, вот такие вот цыганочки. Мы не боимся, мы ничего не боимся. Ты что, там не смотрела? Не смотрела? Блин, я боюсь. Чего такого? Все, я посмотрела. Нет, договор был не выполнен. Посмотрю, если зашли, то может быть, да. Мы приехали в пещерный храм. И здесь обезьянки. Мы купили еду для обезьян. Еду. Ой, как берет, аккуратно. Малыши. Ой, дай-ка мы малышу бананчик. Вижу, что. Да, да, да. Подошли, ребята, к храму. Он находится прям в пещере. Это, кстати, очень древний храм. Говорят, что он построен в 18 веке, возможно, даже еще раньше. Вход в храм стоит 20 бат. Детям билеты не нужны.
сыростью пахнет, да, здесь? Пойдем наверх. Пойдешь? Ну что, как вам в двух словах? Интересно. Природа создает такие шедевры, да? Прям как будто вот цветок банана, да? Я поднялся на самый верх. Надо еще как-то спуститься отсюда. Катя, помаши ручку. Ребят, смотрите. Вот это, мне кажется. Мимоза стеснительная называется. Они немножко стеснительные. Вот, ничего себе, немножко, смотри. Смотри, просто трогаешь, она. Смотри, такая. Ребят, у нас, в общем, следующая остановка. Слоновая ферма. Покататься на слонах, покормить слоненка, в общем. Сейчас будем здесь. Мы на слоне катаемся. Решили все равно прокатиться на слонах, потому что дети не устояли. Говорят, хотят очень сильно прокатиться на слонах. Нас гид успокоил, то, что все-таки у них не самая сложная работа. И слоны у них в почете стоят. В общем, после достижения 60 лет они идут на пенсию. 15 тысяч бат идет пенсия, но, естественно, немного кто доживает до пенсии. У них есть раз в неделю, один день в неделю выходной. Они должны отдыхать определенное количество времени в день. В общем, в принципе, им очень... Папа, а потом покормим слоненка? Да, потом у нас будет шоу со слоненком, будем кормить, он нам будет массаж делать так, хоботом по спине так. У них ушки как тряпочка. А у тебя? Потрогай. Нормальные. Нормальные? Твердые. Твердые? Ну, конечно, это же слон. У него все большое, да? Да. Даже кака большое. Сейчас вам сделают настоящий тайский массаж. Поэтому кто из вас самый смелый? Кто хочет попробовать? А, давай, ложись на живот. Как тебе массаж тайский? А, отлично, молодец. Давайте, ребят, что еще? Обратите внимание на волосы у слона. Это первые ближайшие родственники мамонтов. Сейчас у тебя вся футболка будет грязная. Порода слонов азиатские. Либо индийские. Ника, ты поближе встань к нему. Вот вы не даете его, он все забрал у вас. Дайте. Мы сейчас покатались на слонах, сделали массаж. Массаж слонячий. И посмотрели шоу. И поедем дальше, ребята, ехать 1.5 часа. Нужно сходить в туалет, попить водички и... Нам предстоит очень большая дорога дальше. Поехали. Прибыли на плотину и сейчас будем на лодке передвигаться примерно до нашего лагеря. 1 час. Плотина. Thank you.
вот эти писи-каки куда? В воду все? Да, но они отводятся там. А, то есть они собирают в емкость и увозят, да? Ну как увозят? Короче. Ну как увозят, сливается. Сливается, ну, в сторону вообще. А пить можно? Ну вообще как бы да, но я перестал. Давай. Раз, два. Уа! Он. Ну что, с приездом? Приездом. Наконец-то. Наконец-то? Да, что-то долго мы добирались сюда. Ну что, девчули, поели? Ага. Пойдемте селиться. Пойдемте посмотрим наш домик. Вкусно было? Вкусно. Ты в курсе то, что вся деревня, вот это вот, все эти домики на воде? Я знаю. Ну что, где наша квартира? Так, смотрите, ступенечка, аккуратненько. Ночью, когда пойдешь, Ника, аккуратно свались. Смотри, ничего себе, наступил аж дом. Наклонился. Вау. А это вообще вот он чистый номер, нет? Вот это так положено? Это так положено. Полотенце. Ну давайте, показывайте квартиру. Это чья будет, ваша? Ника сказала, мы тут с мамой. Какая кровать большая. Как на лавке, по-моему. Да. Ну, нам ли привыкать, Катя, у нас в Китае такие матрасы, о-хо-хо-хо, доски мягче. Что там дальше? Нога не провалится в воду. И, собственно, вот он этот VIP. Чем отличается VIP от обычного? Здесь есть душ, туалет. Там его нету, там общее, я так понимаю. Так, ну нормально? Как тебе? Помыться есть где, что? Нам выделили два номера, потому что хотя бы мы в одну бы влезли бы в квартиру. Просто тесновато было бы. Так что два у нас, два номера, ребята. Вот тут как-то и застелено, и все, понимаешь, уложено. А там такое чувство, у вас там, похоже, спали кто-то, только-только. Ну, да. Кондиционер, вот он, ребята, вот он. Вот он, собственно, кондиционер и душ. Все, в доме достаточно жарко, потому что солнце, так я скажу, шкварит, но от озера прям прохлада все равно идет. Вот так, берешь, садишься, смотри. Опа, сел, сидишь, любуешься. Посмотри, какая красота. Ребята, все, мы заселились. Тут у нас такой вентилятор. Дует очень, так жарко было. Сейчас подует чуть-чуть, вот такое вот окошечко открывается, и вот так вот видно все красиво. Дальше у нас тут есть такой свет. Я только выкину. О, вот, только туалет один некрасивый. У нас тут дыра на кровати. Вот и все равно ничего. У нас тут есть вода. Тут есть водичка. И... ну и два полотенца, которые вытираться. Thank you.
бомбочка. Вторая бомбочка. Что ты еще делаешь? Крокодилы плывут. Посмотри на парня. Я в домике. Накупались, освежились. И сейчас мы поедем на каяках. Нужно оставить 500 бат депозит Зою в весло. Весло отдаешь, и депозит возвращается. Присаживайтесь поудобнее. У нас есть час времени в нашем распоряжении, чтобы успеть на сафари. Я плыву на настоящем каяке. Я как моторная лодка. Ну как вы? Вообще мы так далеко не уедем. Блондинка. Она весла. Блондинка пытается разобраться. Язык достала, нет? Покажи. Экскурсия на самом деле, ребята, не дешевая, но... Ну, это одна из тех экскурсий, которая как бы должна быть. Если вы будете на Пхукете, то ее обязательно нужно посетить. Озеро, ребята, искусственное. Оно было затоплено в 1982 году. Вот доказательство, что здесь росли раньше деревья. Здесь не было ни воды, ничего. Здесь, в общем, несколько рек, которые впадают именно в этот распадочек. Здесь просто была построена дамба. До 1988 года вода наполнялась до этого уровня. То есть 6 лет вода наполняла именно данное место. Красота! Самое глубокое место здесь — это 150 метров. Вонючек, мы сейчас этих догоним сейчас и веслом по голове. Ах, они... От нас решили уйти от профессиональных грибцов, грибунов. Гребщиков. От настоящих гребщиков. Надо будет приехать почистить. Мы заехали в такую вот красотищу. Посмотрите, просто лес, он прям вот как давит на нас. Он прям, мы какие-то... Букашки какие-то. Видно, старые деревья торчат. И здесь тишина такая. Чтобы Ника не орала. И говорят, да, тишина, в смысле, если Ника. Выключаем Нику. Ника выключает голос. И есть вероятность, что мы, может быть, даже увидим животных, диких животных. Ой, смотри. Наш гид сказал, категорически запрещено выходить из лодки, потому что там очень много диких животных. Здесь ни дорог, ничего, здесь прям дикая природа. Ты видела? Ну и говорят, то, что хищные звери есть. Хищные звери. Есть львы, тигры, змеи, все на свете здесь вообще есть. Я посоветовал близко даже к берегу не подплывать. Сейчас какая-нибудь пантера выскочит такая, о, мясо приехало. И тут надо прям... включать умение гребщика и гребсти скорее в лагерь. Просто вы посмотрите на эту гору, на эту скалу, она ровная. Как бритвой сбрила. И там еще деревья, посмотрите, умудряются расти. Мне нравится, как этот лес пахнет. Запах, да, появился, когда мы подплыли, да? Да. Лес прям шевелится. Ну там прям движение какое-то, слышишь? Мы, ребята, поплыли на сафари. Будем искать диких животных. Он, смотрите, высматривает какую-нибудь живность. И как только мы кого-нибудь высмотрим, сразу же подойдем к берегу. И будем фотографировать диких животных. В общем, есть вероятность, что мы кого-нибудь найдем. Это, я так понимаю, конец озера. Там дальше уже больше ничего нету. Дикий петух ходит. Дикая курица. Дикий петух, дикая курица. Вон еще дикие люди вон стоят. Сейчас вон женщина будет мыться. Вон. Смотрите, наблюдайте все.
Он показывает следы, мне кажется. Следы животного. Эльфан, yes? Слон, говорит, приходил. Вон след и вон еще след. Не нашли мы никого, только обезьянку. Вернулись в лагерь. Что ты так сидишь в гордом одиночестве? Ну, потому что красиво природа. Нравится. Как там столовая, там все свет. Красиво на вид вот этой горы. Можно я с тобой сяду? Полюбуюсь красотой. Опа! Сидишь, просто любуешься, да? Лодочки стоят, лодочки едут. Птички поют чуть-чуть. Что еще нравится? Вода красиво так сверкает. Ну, короче, фонари, все очень красиво. Домики стоят маленькие. Лодочки ездят, гора, у нас светит красиво. Тебе здесь нравится, да? Да, природа красивая. Природа, да, красивая? Вот, девчонкам понравилось. Хорошо то, что я с собой мыло взяла, потому что там в ванной нету мыла. Как мы моем руки краном, но там мыла нету. Хорошо, что я взяла. Прошу, Полюшечка. Мы тут любуемся, сидим. А я тут убираюсь в квартире. Покажи. Чтобы у нас было все по красоте. Уже тут чуть-чуть убрала. Вот, смотрите, ящера. Закрой дверь, то она убежит от нас. Она с той стороны вообще-то. Ужин вообще шикарный. Царский. Да. Такая рыба красивая. Это остается. Вот этот супчик. Это что такое? Салатик, овощи. Рыба! Ника не может. Рыба, омлет. А еще и омлет. Королевская еда. Кормяная. Слушай, она проголодалась. Ее прям так зажарили сильно. Какая вкусная. Прям так зажарили. Прям хрустит. Понравилась рыба? Да. Ой. А вечером заняться нечем. И мы играем в карты, да? Приплыли. Что тут делать? Спокойной ночи, девочки. Это удобно, нет? Нет. А, ну подожди, времени 10 часов вечера, мы сидим, играем. Бывает такая категория уже нет. Крокодил. Бумажка на лбу играем. Бумажка. Давай. Это используется человеком, да? Я, по-моему, спрашивала, да? Используется. Ежедневно, скажем так. Да. Да, мы каждый день по законам это уже. По закону. В целях развлекательных. И это тоже. Да. И опять начинаем. Я по старой схеме играю. А в строительстве? Да. Да, тоже. Опа. Опа, опа. Ничего не поменялось. Бытовом. Мне легче не стало. Может, это лёг? Подъем, девчонки, подъем. Утро. Пора на завтрак. Вставайте. Ну как спалось-то? Отлично. Да? Выспались? Я что-то прерывисто как-то спал. Я тоже, кстати, вентилятор выключил и под конец маленечко заснул. Надо было сразу его выключить. Вероника вещи свои забыла. Лови. Одевайся, пошли завтракать. Всем доброе утро. Мы уже проснулись и кушаем вот такое вот яичко и вот такие вот гамбургеры. Тут сэндвичи, еще был... да? Да, сэндвич. Ника взяла чай, а я взяла холодное какао. Приятного аппетита! А здесь кипятят по старому способу воду, прям в бамбуке. Это интересно все. Запах такой сладкий.
Угу, пойдем. А вот именно вот этот латекс. Это каучук, а вот этот вот налился вот этот свежий уже сок. Ну как он? Ну-ка, дай я хочу потрогать. А, прям как будто бы резину трогаю. А это вот как раз сок. Я испачкался, он такой липкий. Два пальца мне это. Ну и что? Но он сейчас засохнет и будет липкий, Слава. Ты будешь прилипать. Ну как краска белая. Не липнет ничем. Пахнет, кстати. Чем пахнет? Пахнет уксусом. Ой, фу, правда, кислым чем-то. Чем пахнет, да, кислым. Прикольно. А теперь, так, а сейчас мы будем пробовать чай местный. Я буду пробовать. Давай. Мне маленько сахара, может быть, добавить, не знаю. Сладенький. Сладкий сделал. У тебя палочка даже еще из бамбука, покажи. Да. А у тебя тоже такая ложечка. Я даже не обратил внимания. Я два пакета сахара насыпала. Здесь он заготовлен у них бамбук. Видимо, для туристов. Хлебнем чаю и будем сплавляться на плотах. Угу. Как ты думаешь, сколько лет этому бамбуку? Ну, много, мне кажется. Мне кажется, лет 5. Застыл сок, смотрите, латексного дерева. Он прям как резина. Мне понравился чай, и мне понравились вот эти вот кружечки. Они мне очень тоже. Такие классные. Кружечки можно забрать, представляете? Да. Иди к Полинке. Название реки, ребята, Каусокт. Именно вот эта река вытекает из озера Чаолан. Сейчас просто не сезон дождей, и река очень мелкая. Уровень воды в озере Чаолан опустился сейчас больше, чем на 2 метра. Мне нравится все из бамбука. Шляпа из бамбука, кружка из бамбука, ложечка из бамбука. Все бамбуковый из бамбука. День, да, сегодня? Да. О, сейчас мы на мель сядем, бамбуковый. Мне кажется. Вот. Вот я же вам говорю. Это не мы такие тяжелые, это просто мы еще с детьми. Да-да-да. Мне нравится этот день. Интересно. Вчера тоже был очень интересный день, купались так клево. Мы, кстати, ребята, утром встали, позавтракали в 7 утра и отправились обратно на парому. Там нас ждал автобус, трансфер на нем. Доехали до этого места, до этого сплава. И сейчас будем, в общем, сплавляться. Дальше там нас будет, видимо, ждать автобус. Садимся на автобус и едем на водопад. И в конце будут очень интересные радоновые источники. А потом домой. Все. Чай очень вкусненький. Чай действительно, кстати, вкусный, такой сладенький. Я себе сахара не стал добавлять. Он такой сладковатый вкус имеет. Сам очень сладкий. Скорее всего, сладость, знаешь, откуда идет? Из бамбука. Ну да, потому что вода кипятится в бамбуке, и от бамбука все равно идут какие-то вкусовые. Вероника, тебе нравится этот день? Да, я удивляюсь, как они такую крошку и вот такую ложечку делают. Ложечка мне понравилась, ну-ка покажи. Прям красивенькая такая. Вот, у тебя побольше чуть-чуть такая. Ага, ребятишки купаются местные. У тебя попа такая большая. Что у меня большая? Попа. Я ж не могу сесть. Придется стоять, чего же сделать. Стала фотографировать? Нет. Показывай, что там дали тебе? Корм кошачий. Что будешь делать? Рыбу кормить. 20 бат стоит билет и дают мешочек корма. Артем, что за место? Тайский буддийский храм. После смерти настоятеля никто не взял ответственность за этот храм. И теперь это просто заброшенный храм, сюда приезжают люди. Кормят рыбок и таким образом якобы чистят свою карму. Вау. Смотрите, прошли полностью эту пещеру насквозь, вот так вот все вымыло водой здесь, и там прудик с рыбками, сейчас пойдем очищаться. Девчат, мы пришли сюда не собак кормить, а рыбок кормить, пойдемте, посмотрите там, что происходит, пойдемте. Доловился. Сережа жив? Как водичка? Окей. Давай! Давай!
Да это нереально. Я Держись за меня. У вас все под контролем, нормально? Помочь надо, нет? Нет. Давайте я вам помогу рыбу комплимент. Камень сверху бросить, не знаю. Рыбу ловите там? Поймали тапочкой. А вы тоже рыб пытались поймать, нет? В твоей истории это, наверное, первые туристы, да, которые пытались ловить рыб. Так, это, девчата, подождите, давайте не будем повторять. Да, давайте выйдем из речки. Как водичка? Хорошая. Он из Гуда. То есть очистилась полностью. Водное крещение прошло только что. Там где-то живут летучие мыши. Я вижу летучих мышь. Вы обратите внимание, она вон там стоит, хохочет. А почему? Потому что мы искупались в реке. Никто до нас этого не делал. Пол отряда искупалась в реке, и они вон хохочет стоят. Да, это были мы. После кормления рыб мы приехали на базу. Тут нас уже ждет обед. Вот нам подали вот такой салат. Это что такое? Мясо? Суп, том-ям. Ой, какая подача красивая. А это рис, наверное, да? Какое все красивое, выглядит очень аппетитно. Это мясо или рыба? То ли свинина, то ли курица, я не могу понять. Это салат с ананасом. Очень вкусно. Том-ям очень вкусненький. Такой кисленький объедение. Он с курочкой. Совсем не острый. Чуть-чуть. Вот это. Чем? Там фарш. С яичным тофу. Ага. Фаршем, сельдерей, капуста. Капуста, ну, зелень разная, в общем, такой классненький супчик. Легкий. Мясо какое вкусное. Мясо? Да, мясо. Детям мясо очень понравилось. Вкусный обед, да? Супер. Воду представь здесь. Воду представь, и это примерно на том месте, где мы были. Какие-то периоды сильные, да, бывают? Конечно, с мая по октябрь, во время сезона дождей, он, в принципе, достаточно мощный. Все, посмотрели водопад? Поехали домой. И все это дело сейчас мы шлифанем радионовыми источниками. Вот это? Да, вот это самый горячий. Горячий? Горячий. Ну вот видно, никого тут нету, поэтому... Ну попробуй, Да не хочу я. Хорошая вода, чё? Папа, ты прёшь. Да серьезно горячий. Не, нормально. Три. Но обычно они самые холодные. И причем это самый прохладный бассейн. Ну что, как водичка здесь? Ой, офигенно. После того не так страшно? Они где-то одинаковые. О, да как? Да это же горячо, ёпрст, это. Яички сейчас сварятся. Капец, как сильно-сильно горячая ванна. Ну, в принципе, так более-менее начинаешь привыкать. Все, надо влазить. Яички готовы уже. Ну все, пока. Смотрите себя на YouTube. Ух, наконец-то мы, ребята, приехали домой. Осмелюсь спросить, Катя, тебе что больше всего понравилось? Озеро. Семиланы или озеро? Семиланы. Семиланы все-таки? Да. Почему? Насыщение как-то было. Как-то больше всего, что ли, было. Событий, мне кажется, показалось, больше происходило на Чаолане, не? Туда заехали, туда нет, заехали. Ты знаешь, может быть, природа, вот именно озеро пресное и так далее, может быть, меня не столь удивило. Потому что я видела и покрасивее. Байкал у нас. Байкал, да. Да. Куча классных фотографий. Действительно, виды шикарные. И поездка на плотах мне очень понравилась. Тут именно уединение какое-то с природой, да, да, было, да? Да. И какой-то больше отдых такой, такой спокойный какой-то отдых. Семиланы как-то так все быстро-быстро пошли туда, сходили туда. Какой-то более активный, что ли, отдых. Ну, ясно. Это, девчат, ну давайте по старой традиции расскажите, вам понравилась поездка? Ага. Оля одела все шляпы. Спали всю дорогу, выпили эти, как они, от укачивания таблетки, а они маленько сонливость вызывают. Спали. Вероника ей косички плела, пока она спала, видишь? Расплетем. Ну давай, рассказывай, Никусь, что тебе понравилось, нет? Ну что понравилось, расскажи. Так, вспомни. Плавать. А? Плавать в озере. В озере, да, когда мы ныряли, да?
Полюш, что тебе понравилось, расскажи. Мне понравилось спать в домике. На воде, который, да? И купаться. Купаться в озере. Мне понравилось, как мы ныряли всей толпой. Я не знаю, а на кадры, плотах интересно, хорошие получились. Вам сплавляться? Плот понравился? Мне понравилось, как мы кормили рыбок. Ну все, ребята, я думаю, что вам понравилась эта поездка тоже. Вы отдыхали вместе с нами, посмотрели нашими глазами. Это озеро прекрасное. И, ребята, не забываем подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео. И всем пока! Пока-пока! Пока-пока!